Привет всем, дорогие кореша! Second Hand Сила, Ашенем Могила. Итак, сегодня я хочу вас познакомить с такими крутыми ароматами, как Артизан. Все они называются Артизан. Вот только это Артизан Пьюр, вот это Артизан, а вот это Артизан Блу. Когда я себе их выбирал на лето, я не мог определиться, потому что они реально дешевые. И по отзывам они очень качественные. Не зря эта фирма их обанкротилась. И может быть, они больше не будут выпускать эти ароматы. Поэтому, если вам близки эти ароматы к душе, вы можете просто себе заказать, пока они просто есть. Или же они увеличат стоимость. Потому что они реально брали хорошие компоненты и продавали очень дешево. Я, в принципе, очень сильно люблю различные ароматы. Это мое хобби. Я люблю классные духи. Бутылки, как они красиво выглядят. Все люблю. В общем, я постараюсь описать эти ароматы, и вы уже сами решите, какой для вас лучше. Они стоят очень дешево, несмотря на то, как все эти флаконы оформлены. Между прочим, это 120 мл каждый вот этот флакон. Все эти ароматы подходят к весне и лету. Вот они свежаки такие, знаете, цитрусовые. Различные у них немножко ноты. Итак, друзья, начнем из самого популярного. А закончим тем, о котором нету особо обзоров. Он не очень популярный. Все они стоят одинаково. Я брал их за 470 крон. Начнем, друзья, из самого первого аромата. Artisan Pure. Видите, какая красивая бутылочка? Он оплетен весь такой лозой, я не знаю. Но на ощущение она вроде бы настоящая. Здесь волокна такие, видите? Вот такая вот крышечка, 120 мл. В общем, чем он пахнет? Он цитрусовый, это естественно. И вроде бы здесь есть белые цветы. Ну, он прям... Он о чистоте. Прям, знаете, если вы носите рубашку белую каждый день, вот это ваш идеальный вариант. Я их очень сильно люблю, все три. Иногда, допустим, один день этим душусь, второй этим, третий вот этим. Они реально все очень классные. Конечно же, лучше бы, если вы вживую смогли ими подушиться. Они держатся приблизительно 4-6 часов, вот так, не больше. Они очень быстро слетают, но это и круто, потому что можно надухариться сильно. Они никогда не душат. Знаете, есть такие ароматы, как манталь. Вот один пшик вот сюда, все, до свидания. Они будут душить. Или как я себе купил, наслушался, черный афганец, Black Afghana на Самата. Сделал один пшик, и такое ощущение, вроде норка мне туда насрала, вот сюда. Или насала, я не знаю, вот этой железой, знаете. Такой мускус, он давит, я вообще не представляю, если честно. Есть некоторые женщины, которые используют Black Afghana. В общем, детальнее я вам расскажу. Джон Варватос, Artisan Pure. Его основные аккорды. Он цитрусовый, фужерный, свежий, пряный, травяной. Это мужской аромат, и он принадлежит группе цитрусовых Artisan Pure, выпущенных в 2017 году. Верхние его ноты – клементин, мандарин, лимон, бергамот, чабрец и майоран. Средние ноты – петитгрейн и имбирь. Базовые ноты – древесные ноты, мускус, корень риса и амбра. Если вы знаете, как они пахнут, это хорошо. Следующий – это просто артизан. Вот такая вот бутылка. Он вроде бы такой лозой весь оплетен. Очень крутая бутылка. Они все, конечно, классные. Вот этот аромат моя жена любит. Я вам скажу так. Эти два аромата подойдут как даже и для девушек. То есть, если вы накосячите, ну, как сказать, если вам не понравится этот аромат, вы можете с легкостью купить, и ваша жена будет пользоваться, или девушка. Вот этот уже аромат, он чистые, такие классные. И здесь есть и мандарин, и цитрус. Вот реально классный тоже аромат. Не сказать, что он под белую рубашку, может быть под серую. Я не знаю, может быть под черную. Ну,
Сложно, друзья, описать. Я так и не решился, какой из них лучше, если честно. Но вот эти два, реально, это козырные варианты. Вы не пожалеете, если их купите. Это аромат для мужчин. Он принадлежит группе цитрусовые, фужерные. Он выпущен в 2009 году. Верхние ноты – клементин, танжерин, майоран и чабрец. Средние ноты – цветок апельсина, имбирь, лаванда и жасмин. Базовые ноты – мускус, древесные ноты и амбра. Итак, перейдем к третьему аромату. Обзоров на него в Ютубе нету. На русском языке. Я этот аромат купил только из-за того, что у него красивая бутылка. Вы только посмотрите на это. Как можно было, друзья, придумать такую красивую бутылку? Я думал, если он мне не понравится, я его кому-то подарю. Видите? Просто шедевр. Джон Варбатос Artisan Blue. Он имеет такие аккорды. Фужерный, пряный, цитрусовый, зеленый, древесный, свежий, травяной. Он был выпущен в 2016 году. Его верхние ноты – бергамот, базилик, чайот, лаванда и горький апельсин. Средние ноты – пальмароза, герань, цветок апельсина, ирис и мускатный шалфей. Базовые ноты – сосна, фисташки, кедр, тамариск и пачули. Поэтому он так пахнет, как средство после бритья. Вот этот аромат я с легкостью могу описать. Вот когда мой батя брился, у него крем после бритья и для бритья, я не знаю. В общем, он пах вот таким, знаете. Это чисто мужской аромат. Вроде бы мужик, вот представьте себе, какой только... Вот представьте себе, вроде бы мужик побрился всеми этими крепами, Вот этот аромат именно про то, когда мужик побрился, кремом намазался. И вот этот аромат, когда в ванной комнате влажность такая, знаете. Вот чисто вот это для этого аромат. Сразу после душа побрызгаться. Он реально настолько маняще пахнет, так круто. Прям такой мужской-мужской. Поэтому девушкам он не подойдет, друзья. Вот реально очень классный. То есть, я до сих пор не смог решить, друзья, какой из них лучше. То есть, я их все себе, наверное, сохраню. Учитывая то, что они больше, наверное, продаваться не будут, друзья. То есть, если вы хотите классный аромат на весну, на лето, вот, выбирайте. Белая рубашка, коричневая рубашка, вот эта синяя майка. Все, друзья, и шлепанцы. Вот такой вот был обзорчик, друзья. Надеюсь, кому-то помог и кто-то для себя купит хорошие ароматы. По этой-то цене 120 мл. Просто классное предложение. И запомните правило. Дешевый аромат не может хорошо пахнуть. Вот только с этими исключения, поэтому они и банкроты. И подпишитесь, друзья, на канал, а то я снимаю, вы не смотрите, не подписываетесь. Все, друзья, всего вам самого наилучшего. Будьте здоровы, до скорых встреч. We'll be right back.